Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий, Hellblade: Senua's Sacrifice. Те обеливки, которые рядом со мной, они погасли. Может быть, испытания Одина закончились? Мы и так ходили во тьме среди каких-то мертвяков, бродили по лабиринтам, горели. Я думаю, что Senua больше, чем достойна этого меча. Пойдем, Senua, к дереву и попробуем вытащить этот меч. Посмотрим. Достойными. Посмотрим, если мы еще найдем, как пройти к этому дереву. Что-то я забыл путь. Как-то надо кругом обойти и подняться. Нет, Senua. Нет, разве нет? Разве не сюда? Да нет, в другую сторону, похоже. Сейчас Один на нас посмотрит такой, думает, да-да-да. Нет, Senua, ты еще совсем-совсем еще недостойна. Повешу-ка я тебя на это дерево вместе с остальными. Какой тебе меч? Ты даже не можешь найти проход к этому мечу. Ну, вроде бы, ну да. Готова, Senua? Гиллион дал ей силы пройти воинские испытания, и она нашла выход. Оставить свое прошлое позади и стать воином в клане Гиллиона. Меч осквернен богами тьмы. Брось его. Нет. Он оставил его здесь для меня. Он хочет, чтобы я взяла его. Ты за это заплатишь. Много надо заплатить? Интересно. Но даже годы спустя прощальные слова Зинбеля тревожили ее, и тьма вернулась с воздаянием. Чумой пострадали все. Мой отец не должен был умереть такой смертью. И вернись ко мне. Теперь ты видишь, Senua, как люди страдают из-за тебя. Ты во всем виновата. Ты принесла сюда чуму. На твоих руках кровь. Темные люди ничего не знают, ничего не понимают. А, смотри-ка, новенький меч, теперь они идут за тобой. Оу, давай-давай, я уже соскучился за битвой. Даже забыл, как драться. Следующий. Ну как-то вы стали совсем не по правилам драться. Зачем исчезать, а? Они думают, как будто это их спасет. Нет, не спасло. Некуда бежать. Останешься здесь, сгинешь здесь. В море тел волны трупов накатывали на тех, кого я никогда любил. Корабль разваливался на части под их напором. Корабль, на котором... Не приходи сюда с солнцем, не приходи сюда с мечом, не приходи со слезами о теле, не приходи с тревогой на душе. Так это стены, это просто... Стена из, не знаю, каких-то монстров. Это ад. Это просто
что они хотят. Я не могу ничем вам помочь. Вы, наверное, заслужили, раз вы здесь. Только не надо меня хватать. Не надо меня хватать своими ручищами. Смотри, а проход-то сужается, а? Они таки хотят меня ухватить. Просто море крови, горы трупов. Что же вы сделали? Чем вы заслужили вот то, что вы здесь, а? Вот ты чем заслужил? Или ты? Ты слышишь их страдания, Сенуа? Твой драгоценный дар видения являет тебе души, гниющие в море тел. Ты чувствуешь, как кровь стынет у тебя в жилах? Ты слышишь их бесконечные крики? Ты чуешь запах их гниющих ран? Нет, запах не чувствую, а крики слышу. Они были кому-то братьями, сестрами, любимыми. А теперь смотри, вот что ты сделала с ними. Да ладно, прям сразу я. When you turned your back on the father Zinbel, you turned your back on the gods and let the darkness wreak havoc on your people. Обходят, обходят, хитрицы, да? Флангов, держать фланги, Сенуа, держать фланги. Надо этого подранка забить, а потом приняться и за остальных. Оу, неожиданно, неожиданно. Заберите его к себе. Черт. Так, смотри, смотри, Сенуа, это так нельзя. Так нельзя. Вставай, вставай, вставай. Это ж слабачки, ты что, забыла, что ли? А вот этот уже паренечек с щитом может доставить совсем немного неприятностей, конечно. Спокойно, спокойно. Надо вот этого забрать. И потом примемся. Черт! Оу! Старый знакомый. Ну, что-то мы... Мне кажется, наши попадания, они не доставляют ему никаких... Куда побежал? Куда побежал? Возвращайся назад. О-о-о! Осторожней. Еще, да? Ну, какой-то меч, вроде бы, если и лучше, то совсем немного. Финиш. Снова со щитом, а? Ну что ж такое? Оу.
Нет? Ах, не добили немного. Все? А, все, кто это? Это Галена? Ее мать там. Она мертва, как и ты. Мама, где ты? Ты слышишь, Сенуа? Ты слышишь голос своей матери Галены? Она зовет тебя, Сенуа. Иди к ней. Ответь на ее жалобный зов. Что за ловушка, а? Тьма забрала ее. Заберет и тебя. Что-то я в вашем аду запутался, куда мне идти. Может быть, сюда? Мама! Мама, ты нужна мне. Помоги мне. Да, маме, наверное, тоже нужна помощь, больше, чем мне. Вы обе мертвы, вы обе сдались тьме. Мать и дочь мертвы, Мурител. Даже твоя любимая мать была бессильна против тьмы, когда она пришла за ней. А ведь она тоже умела видеть, и она тоже усомнилась в богах и позволила тьме заронить в нее семя. Но она не бежала. Она спаслась единственным известным ей способом, отдав свою жизнь богам. Самоубийство? Если бы ты поступила так же, то избавила бы мир от этого ужаса. Ну да, и мучилась бы в аду, наверное. Еще не поздно. Она зовет тебя. Почему бы тебе не соединиться с ней? Я иду просто по морю крови. Ах, бедняги. Снова битва? Оу, с двумя топорами. Это, наверное, голожопик быстрый. Смотри-ка, сколько у него много... О-хо-хо-хо-хо, сколько у него много черепушек-то навешано. Но моей, наверное, там у тебя не будет. Может быть. Вставай, Сенуа, вставай! Не доставим. Ничего себе, так ты еще превратился тут в дымку. Это совсем нечестно, а? Вроде такой большой. Осторожней, осторожней. Сенуа, черт. Вставай, вставай, вставай. Аккуратней. Да что ж такое, он даже в замедлении быстро. Готов? Да, давайте, слабачки, теперь вы. Сколько вас же... Много, а? Осторожней. Осторожно сзади. Отступаем. Отступаем. Добить. Добить, Сенуа. Встаем, встаем, встаем. Черт!
Внимательней, Сенуа. Сзади, не услышал вас голос. Не подставляться. Осторожней. Ох, черт. Зеркальце, ты там думаешь, а? Восстанавливаться. Чё-то мне кажется, пора мне отступать. Вот это славная битва, славная. Назад. Как бы успеть его дорезать, это? Этого громилу. Черт, сзади. Готов, да? Готов. Ну все. Ребята, а с вами я как уж. Как-нибудь уж разберусь. Еще не финиш. Ну, кто следующий? Я не вижу никого. Может, мне просто нужно идти. А, вижу. Черт. Нет, Сенуа. Вставай. Да что ж такое, а? Вставай, не время умирать. Тем более от такого-то. Ох, а сейчас будет сложновато. Осторожно, сзади. Как бы... Ай, черт! Нет, похоже... Похоже, нужно убирать будет этого первого.
назад. Черт! Ох! Черт, пропускаем много сена. Блин, вставай, 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 вставай. Иначе она сейчас прикончит с тобой здесь. Почему ты еще сражаешься, говорит нам, а? А что ж нам делать-то? Нет. Добили нас с тобой, Сенуа, добили. Еще появляются Сенуа, еще появляются. Он даже не отклоняется, когда его бью. Он просто стоит и терпит. Нет, только не под топор. Сену, ты спрятала меч? Это была, наверное, проверка меча на его прочность. Вы обе мертвы, вы обе сдались тьмы, мать и дочь мертвы в море тел. Куда идти? Стой, постой, я что-то не вижу ничего. Ну, пришли... А, вот смотри, наверх куда-то им нужно. Смотри, какой мост. Мост дружбы называется. Может, это они мне помогают так? А может, просто
Старые знакомые. Лицо матери. Я больше не могу бороться. Одна я не смогу. Где ты, мама? Я хочу к тебе. В ту ночь она отвернулась от своего мира, чтобы пойти по следам своей матери, чтобы уйти туда, где тьма до нее не доберется. Сенуа, посмотри на меня. Ты слышишь их? Они зовут меня. Мы уже потеряли многих. Я потерял отца. И не могу потерять тебя. Ты сам сказал. На моих руках кровь. Я этого не говорил. Ты ничего плохого не сделала. Зимбель был прав. Все будут страдать. Зимбель ошибся. Злобный, жестокий лжец. Ядовитый язык. Его слова все еще мучат тебя. Кому ты веришь? Ему? Или мне? Ты все еще веришь мне, Сенуа? Веришь в нас? Вернись ко мне, пожалуйста. Не дай этой тьме встать между нами. Самые тяжкие битвы ведутся с разумом. Он дал ей меч, которым можно сражаться в разных битвах, а она дала ему слово никогда не сдаваться. Ей просто нужна была поддержка и чуть-чуть надежды. Я не знаю, как битва с разумом, но шрам на лице вполне очень даже реальный. Нам туда, да, Сенуа? Нам же нужно отыскать Хеллу, которая сломала нам меч. И объяснить ей, что так больше делать нельзя. Сену, мы здесь. Здравствуй. Мы вернулись. Черт, я уже соскучилась за вами, за вашими лепетаниями. Hello, hello. Куда ведет этот путь? Мы думали, что потеряли тебя. Ты нам нужна. Мы пришли, чтобы помочь. Не волнуйся. Постой, это же... Назад вроде бы, да, мы возвращаемся? Вот и вход. Смотри вверх. Она такая умная. Иди наверх, в гору. Она такая умная. Слушай, недавно вы совсем мне говорили, что я дура, а тут я такая умная. Да что, канализация? Нет, нам наверное, все-таки нужно подняться по лестнице, может быть, там какой-то проход откроется.
Так, постой. Где-то еще здесь лестница. Наверное, с другой стороны. Может, не сюда? Вот дверь. Ты сможешь. Уходи, я не буду тебя слышать. И... Я расскажу тебе историю о великом герое по имени Сигурд, который был сыном самого Сигмунда. Сигмунд родился после смерти отца и воспитывал его гном по имени Реген, но Реген совсем не любил мальчика. На самом деле он хотел лишь использовать его. Понимаешь, отец Регена владел великим сокровищем, которое ему даровали боги, но брат Регена по имени Фафнир убил их отца и забрал все золото себе. Фафнир спрятал сокровище на пустоши и никак не мог покинуть его. Из-за этого, из-за зла в сердце, он превратился в ужасного дракона. Дракона. Я вижу, что мост разрушен. Если тут разрушен, значит пойдем не по разрушенному. А может... Может мне что-то нужно сделать? Зачем так? Не открывай дверь. Назад. Поздно уже, поздно. Поздно идти назад. Что там такое? Возвращайся! Неужели дракон? Огромное чудовище охраняет вход в Хельхейм. Гарм, имя его. Оно знает, что ты здесь, Сено. Оно чует твой запах. Гарм? Чего ты боишься, Сено? Как ты можешь спасти Диллиона, если ты боишься даже вступить в тень? Я могу это сделать. Тогда сделай это. Иди, беги, не останавливайся. У нее не получится. Чудовище караулит тебя из тени. Там от твоего меча толку не будет. То есть что? Мне нужно драться, где есть свет, да? Оно караулит меня в тени. Спокойно, откуда я пришел? Я уже... Ну... Продолжай. Беги. Открой дверь. Она не может. Возьми факел. Не обманывайся. Чудовище по-прежнему там. Чуешь его? Сену. Кто это? Это чудовище. Нет, это Галена, ее мать. Это ловушка. Мама? Ты слышишь их? Это я, Сенуа. Они так громко кричат. Да ну хватит. Давайте как-нибудь по очереди. Скажи, что мне делать? Твой отец хочет, чтобы они ушли. И делает мне больно, только чтобы они замолчали. Они всегда возвращаются. Он говорит, я умру, если пойду за ними. Но они говорят, что я уже умерла. Нет. И они хотят, чтобы я пошла к ним. Вот почему они пробираются. Не слушай их. Ты видишь их? Видишь их лица? Он идет, Сену, помоги мне. Руны. Руны. Это новая ловушка. Она не помнит, когда началось, когда ее мать перестала улыбаться. Ее глаза глядели всегда мимо, на тот мир, который она видеть не могла.
«Вот что бывает, если смотреть Нижний мир», — говорил он. Для ребенка это было слишком. Тогда она впервые почувствовала ледяной озноб страха. Я не хочу много говорить о ее отце, Зимбели. Думаю, мне не хочется ее лишний раз огорчать. Но теперь это, наверное, не важно. Лестница ведет куда-то вниз прям. Мне нужно отыскать руны. Я, конечно, не знаю, куда мне нужно идти. Чудовище было здесь. Иди дальше. Это как вы понимаете, по косточкам или по разгрызанной решетке? Она должна погрузиться. Она не может, факел погаснет. Постойте, что же мне делать? Она сможет. Свет погас. Беги, беги на свет! Ну, я на свету. И что? Мне дальше бежать? Доберись до света. Вот свет. Ну, побежали дальше, Сино. Символ здесь символ. Где-то здесь символ. Ой, где же его найти? Не, не выходи. Не выходи. Слушай, ну где же этот символ-то искать? Может пробежать дальше? Нет, смотри. Символ уходит, значит надо вернуться. Я пока ничего не вижу, чтобы что-то напоминало мне этот символ. Может, мне куда-то нужно пробежать ворота эти? А? Нет? Назад, 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 назад! Сенуа! Чёрт! Это что было? То есть, может быть, не надо сходить с этого лучика света? Может быть, где-то этот символ рядом, что я его не вижу? Давай, давай, ныряй! Беги! Побежали дальше. Ну. Но здесь нет символа, который мне нужен. Возвращайся.
Да где же он, а? Может, все-таки где-то здесь? Нет, 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 назад. Ну не знаю, Сено, побежали дальше тогда. Слушай, а... Факел. Конечно же, факел. Возьми его, он защитит тебя. Так тогда, может быть, вернуться? Если он меня защитит, тогда я могу вернуться и все-таки отыскать этот символ, который мне нужен. Теперь ты видишь, она сможет найти руну. Вот как. Вон они, руны. Где? Как бы в воду не упасть снова. Где руны? Нет. Почему-то мне казалось, что здесь что-то можно сделать. Где руны? Я когда зашел сюда, голоса сказали, вон руны. Где? Где они видели эти руны? Может, где-то на камнях? Где руны? Нет.
Нет, ну, блин, определенно же что-то здесь. Постой, а может... Может... Отражение... Нет? Ну вот же, похоже очень. А может быть, я как-то могу разжечь и осветить это место, и когда станет светлее, ну конечно, черт побери. Она взяла ее, осталось две. Зачем она это делает? Все бессмысленно, ловушка. Мне нужно все везде осветить. Давай везде все поджигай. Везде, все эти факелы. Будем бороться с тьмой. Только не знаю, теперь мне идти наверх или, может быть, куда-то в другое место? Ну да, одну руну мы нашли. Где остальные? Может быть, это... Хотя это, по-моему, то самое место, где я спускался первый раз. Ну да, это то самое место. Значит, нам куда? Оттуда мы пришли. Здесь лестница. Ах, вот, смотри, какой-то подъем есть. Хотя это просто история. Единственным желанием гнома Регина было отнять проклятое сокровище у дракона, и для этого он и хотел использовать. Так, эти истории, конечно, интересные, и все хорошо, но куда мне идти дальше? Может, стоит вернуться назад? And so Rayan reforges the first sword. Sigurd uses the sword first to avenge his father, and then he and Rayan go in search of Fafnir. Нет, здесь заперто. И здесь заперто. Смотри, да, какой-то проход. Теперь свет ее не спасет. Да, конечно. Спасет. Она зажигает факел, чтобы удержать в стороне тьму. Дерись мечом. Черт побери! Доби его. А?
Черт, вставай. Нужно знать, что этот будет... Вставай, Синуа. У нее получилось. Бери факел и беги. Где мой факел? Беги. Чего этот трупачок висит? Куда бежать? Символ где? Где-то должен быть символ. Нужно все осветить. Может быть, как-то наверх подняться? Где символ, черт побери? Может, выше? А может быть, с другой стороны? Да нет. А ну-ка еще раз. Смотри, вот, кровью нарисован. Ну, конечно же. Она взяла, еще одна осталась. А что, если за дверью ничего нет? Это место, оно напоминает ей о ее детстве, в одиночестве, в удушающей тьме. Она заперта в комнате ночью, в темноте. Лица, которые проходят сквозь стены, когда-то она думала, что их и видит все. Так, ладно, мне просто нужно искать следующую руну. Где искать ее, понятия не имею. Куда мне идти? В какую сторону? Может быть, сюда? Да ну, конечно. Сюда нам не пройти. Значит, где-то в другой стороне. Сейчас мы начнем блукать по коридорам, Синуа, с тобой. Может, где-то здесь? Постой. Мост разрушен. Мост разрушен. И тот, по которому мы пришли, он тоже разрушен. Вот как. Пути назад нет. Значит, что нам нужно делать? Нам нужно искать ту руну, куда она делась. Знаете что, я, наверное, все-таки остановлюсь на этом. Осталась всего лишь одна руна, и я думаю, что в следующий раз я ее отыщу, тем более была недавно сохранялочка, так что скажу вам, пока я стою в свете, и мне ничего не страшно, я скажу вам спасибо, что смотрели, и пока-пока, до новых встреч.